Привет. В этом видео я объясню, как решать такую цепочку превращений. Если у вас есть такое задание, это значит, что через одну реакцию вы должны получить следующее вещество. То есть из купром OH дважды, это гидроксид меди двухвалентный, мы должны получить оксид меди двухвалентный, а из него медь. Как это делается? Зная свойства веществ, мы можем написать данные реакции. Итак, гидроксид меди двухвалентный обладает слабыми амфотерными свойствами, при температуре раскладывается на соответствующий оксид, купрум О, оксид меди двухвалентный и воду. Но это я знаю, потому что я знаю свойства гидроксида меди. Из этого уже вещества, из оксида меди, мы должны получить медь. Купрум О при температуре взаимодействует с водородом. И у нас образуется медь и вода. Вот так решаются цепочки превращений. То есть они основаны на свойствах. Единственное, на что хочу обратить внимание, что медь у нас бывает одновалентная и двухвалентная, может проявлять переменную валентность. Вот купрум OH дважды, медь здесь имеет вторую валентность, поэтому образуется оксид купрум О, где медь тоже двухвалентна. Если это видео было вам полезно, пожалуйста, ставьте лайк, пишите свои вопросы и комментарии.